Алло. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Максим Викторович, вам знаком? Да, Максим Викторович, нам знаком. Это вы? Да. Давайте я вам представлюсь. Давайте. Департамент досудебного взыскания, компания «Кредит Инкассрус», город Москва. Все разговоры записываются. Меня зовут Агопова Зухра Неймоновна. Как вас зовут? Можно еще Агопова раз? Зухра Неймоновна. Зухра Неймоновна? Да, Максим Прикольно. Викторович, мы с вами общались. Зухра Неймоновна. И прийти к решению. Проанализировав ваше дело, компания включила вас в список клиентов, которые попадают под условия акции списания. Ага. Вам интересно? Ну, конечно, интересно. Зухра Неймоновна, а вы смотрели «Белое солнце пустыни»? Максим Викторович, это не относится к делу. А вы которая там жена были? По условиям акции вам списывают все проценты. Вы личико тоже не открывали? И комиссии. Так, так, так. Списанные банком. Так. И 50% от суммы основного долга. Но не более 80% от общей суммы задолженности. Я сейчас сделаю расчет и сообщу вам сумму, которую вы экономите. Так вы про фильм не рассказали, Зухра Неймоновна. Оставайтесь на линии, не кладите трубку. Это у вас фишка такая, вы игнорировать? А вы хоть бы песенку поставили, а то что мне вот так тишину слушать, Зухра Неймоновна? А, Зухра Неймоновна, раз вы не хотите песню ставить, давайте тогда вам ее поставлю я. Я вот тут Евровидение недавно смотрел, короче. У меня где-то песенка была. Во! Слушайте. Максим, спасибо за ожидание. Да, да, да. А за песню почему вы спасибо не говорите, Зухра Неймоновна? Просто я Максим думал, Викторович. Вы песню поставите, чтобы ожидание скрасить. Максим Викторович. А вы, мне пришлось ваши Максим обязанности брать. Да, 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 я слушаю вас, Зухра Неймоновна. Вы продолжите с вами разговор? Ну, конечно, просто вы ушли и песню не поставили. Мне пришлось ваша обязанность бесплатно за вас делать. Поэтому продолжаем. Максим Викторович, благодаря акции вы сэкономите 6951 рубль 59 копеек. Восстановите свою кредитную историю. Так. Остановите мероприятие по взысканию задолженности. И мы вышлем вам справку о закрытии кредита. Напоминаю, что сумма вашей задолженности составляет 11 416 рублей 9 копеек. Вам всего лишь нужно будет заплатить 4 464 рубля 5 копеек. О, классно. Я согласен. Так мало осталось. Ну, 11,4. Разница ощутимая. Возможно, она вам показалась большой, но тоже. Нет, не показалось. Не показалось. Не показалось. Не читайте по бумажке. Зухра Неймоновна, не читайте по бумажке, меня все устраивает. 4000 это нормально. Мое отчество, на моем отчестве можно не заострять внимание. Спасибо. А я не заостряю, я на имя не заостряю внимание, Зухра Неймоновна. Мне готовить заявку по списанию? Угу, конечно, готовьте, Зухра Неймоновна. Максим Викторович. Да-да-да, Зухра Неймоновна. Когда вы оплатите 4 464 рубля 5 копеек? Я оплачу, Зухра Неймоновна, тогда, после того, как вы ответите на вопрос. В «Белом солнце пустыни» Зухра какой женой была? Вот как ответить, я сразу же побегу в банк. Максим Викторович. Да, да, да. Я, это несложный вопрос. Когда просто вы отвечаете? Оплатите 4 464 рубля 5 копеек. Ну, я уже ответил по на вопрос. Подать телефонного разговора, назовите свою фамилию, имя, отчество, дату платежа, сумму и способ оплаты. Я уже ответил на ваш вопрос. Ровно. Или могу повторить, мне несложно, бесплатно в этот раз. Повторить вопрос? Ответ точнее. Вы будете серьезно общаться или будете продолжать этот цирк? Цирк? Который нет. Сейчас разводите. Нет, нет, нет. Просто вдруг вы не смотрели этот шедевр советского кинематографа.
Максим Викторович. Да, Зухра Неймоновна. Я сейчас вам предоставила всю информацию. Я сейчас вам... У вас есть последний шанс ответить на вопрос. Нет, Максим Викторович, вы... Иначе мне дело придется коллекторам передать ваше, Зухра Неймоновна. Максим Викторович. В течение 3 дня у вас есть шанс исправиться. На мое отчество можно не заострять внимание. Я на имя не заостряю внимание, Зухра Неймоновна. Вы мое отчество выговариваете неправильно. Научитесь правильно. А как? Как? Напомните мне. Я вам в начале разговора правильно представила. Но я же не записываю. Ну, точнее, вы записываете. Вы записываете разговор. Ну, я же не могу его сейчас прослушать во время разговора. Максим, поэтому Викторович, я и прошу вас его повторить, ваше отчество. Вы отказываете свое отчество повторять? Ну, тогда я вас буду уже Зухра называть, раз отчество я неправильно называю. Нет, я не отказываюсь. А вы отказываете Максим свое отчество предоставлять? Максим Викторович, срок действия акции ограничен до 31 мая. Не упустите возможность. Как вы ободрились, Зухра. Как вы ободрились. Прям голос такой живехонький стал. Ну, такой более такой бодренький. Как ваше отчество, раз Неймоновна, это неправильно? Которые вам предлагают, не потеряйте свой шанс ответить на мой вопрос по поводу отчества. У вас есть уникальный шанс в течение 3 дня ответить на этот вопрос. Иначе дело придется передать коллекторам, неконструктивный диалог у нас. Максим Викторович, в кратчайшие сроки с вами свяжутся. А, кстати говоря, вы знаете, вы же, судя по всему, уже мусульманка, а им вам нельзя, женщинам, работать. Почему вы работаете? 74, вы отказываетесь на вопросы отвечать под запись телефонного разговора? Максим Викторович, да, Зухра. Более серьезным. Я серьезен. Я когда разговариваю с Зухрой, я всегда серьезен.